единственный вид, который живет высоко в горах Эфиопии, и, пожалуй, единственный вид, представители которого питаются преимущественно травой. Гелады, как и львы, живут в прайдах. Во главе прайда стоит альфа-самец. Когда группа самцов-холостяков планирует нападение, доминантный самец гарема демонстрирует свой оскал, показывая, кто тут хозяин. Но один из холостяков не испугался, и доминантному самцу ничего не остается, как напасть. Но на этот раз предводитель гарема встретил достойного соперника и сам стал жертвой. Ему приходится обратиться к бегству. После он присоединяется к стае. Победивший самец-холостяк идет за наградой, но в сообществе гелад все решают самки. И этот холостяк навлекает на себя женский гнев. Они четко дают понять, что поддерживают своего вожака. Несмотря на то, что самки поддержали своего самца, все-таки авторитет у него пошатнулся.